Всем привет, ребята, с вами Геймер. Это Лего Бэтмен 2. И на чем мы закончили? А закончили мы на сюда. А, мы закончили здесь, получается, на крыше что-то воевали, вроде бы. Вроде бы воевали где-то на крыше. Так, это что вообще? Как? Ага. Ж. Утренч. Б. Подалеко слишком. Утренч. Аутренч. Что значит аутренч? Go location, давай. В метро сразу. Так, и где у нас тут? Пока. Возьмем транспорт, типа, чтобы побыстрее было. Я не хочу пока что собирать ничего такого. Хорошо, записываем. Никаких кубиков, никаких шмубиков. Как прыгать? Вот так прыгать. Значит, и поехали. Поехали куда? Направо, направо. Ага, оно, в принципе, помечено у меня. Так, налево. В принципе, оно помечено вот как раз вот хорошо. Ага, повернул рано, окей. Вот здесь. Направо. Или прямо надо было. Ну, не важно. Ага, вот, все, приехали. Так, там же должно было сохраниться вроде бы, да? Как мы наверху, да? Да-да-да. А можно пропустить, пожалуйста? А мы ж наверху были. Нет? Ну ладно. Фу ты, блин. Вроде бы наверху были уже. Ой, сварка долго работает. Так, а ну здесь достанешь? Красавчик. Долго ж ты варишь? Очень долго варишь. Да собирай уже. Как раз Бэтмена разобьешь. Давай, оп, Бэтмен. Оп, взяли электрика. Ну, потому что, блин, я помню, что мы были наверху. Вот видишь, я даже помню, что надо сломать вот эти вот штуки. Куда такого Бэтмена надо? Здесь взрывного надо. Офигеть, везде всех Бэтменов надо. Так. Так. А это что такое? Это взрывной, да? Должен быть взрывной. Да, это взрывной. А зачем мне электрик тогда? Непонятно. Так, взорвал. Это наверху показывает. Ага, вот туда. Ну, непорядок, да? Непорядок, скажи. Не знаю, что где вообще надо теперь взрывать. Да, блин, быстрее давай. Расстрел он делает, блин, во все стороны. Так, тут же больше ничего такого не надо делать, да? Окей. Куда ты еще стреляешь? Зашибись. Вот так, взяли, поменяли. А, ну это логично. Это Супермен, чтобы заморозил, чтобы мы поднялись. Ну, блин, я помню, как мы уже на второй этаж поднимались, я вроде бы сохранялся. Что он не сохранился? Капец вообще. Как такое возможно? Как такое может быть? Дари только. А где ж еще тогда? А где еще тогда? Погоди. Ага, вот вижу еще один слева.
Ну это мы так собьем. Один еще. Так, бери. Тянем, 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 потянем. Тянем, вытянуть не можем. Вытянули. Оно сейчас упадет, я помню, это у нас мост был. Ну конечно. Так, за аккуратно залазим. Иди. Опа! Опа! А-а-а, упал! О, прикинь, что нашел! А слушай, возможно, надо. Нет, не идет. Вот. Кажется, меня только что долбануло что-то. Возможно, током, хотя электрический Бэтмен, как бы, оно не должно было меня долбануть током. А, пожалуйста, выйди, спасибо. Это типа мы сломали и появилась лестница, логично, да? Откуда Бэтмен знал, что тут лестница есть? Спасибо, блядь, огромное. Эх, криптонита сожрал, блядь, собака. Вот теперь... Как обычный человек! Падает везде. Вот так, спасибо, 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 спасибо. Тут больше не видно, да, нигде вот это вот штуки. Кажется, я что-то долбанул. Зачем ты упал? Сейчас опять ждать, блин, пока залезет. Не прыгай! Убью нахер. А, наверху что ли? Не, не, наверху. А где Бэтмен-то? Ой, долбоёб. Вот сейчас и Супермен следит. Чекай, чекай, чекай. Сейчас Супермен тоже упадет. Блять, он там уже, конечно. Так, спокойно, аккуратно. Вот 3D в 2D это жопа, конечно. Бля, то попробуй прыгнуть, собакин. Игра создана, чтобы вдвоем проходить, я это понял уже давным-давно. Потому что тут боты тупят жестко. Куда ты его, блядь, скинул? Сейчас улетит нахер. Нет? Повезло. Спасибо. Благодарю. Очень благодарю. Сейчас еще окажется, надо взрывать это. Будет вообще топово. Не, не повезло. Точнее, повезло. Не надо ничего взрывать. Так, и на этом моменте мы закончили. Да, на этом моменте мы закончили. Типа, он сейчас вот спускается, и все, и мы остаемся драться. Но я здесь вообще сохранялся, был чекпоинт. Вот, чекпоинт, пожалуйста. Вот собаки. А ведь я нажал сохранить. Сейвить и продолжить. Давай. Так, пацаны, побыром. Разобрались, ушли. Что такое? Винок и обратно в землю загнал. Ой! Типа вертолет опять собрать, зачем? Не понимаю прикола. Зачем нам опять вертолет? Не понимаю прикола, зачем нам опять вертолет. Так, ну здесь Супермен сразу видно. А здесь нужен этот, блин. Вот как менять персонажа, я так и не понял.
И в комментах, кстати, никто не написал, как менять персонажа. Значит, это, видать, не сильно важно. Ребят, напишите, как менять персонажа в комментах, блин, потому что я не шарю. Вот прямо сейчас, как мне его поменять? Вот реально. Ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин, не надо. Десяточка. Вот как мне поменять персонажа? Вот мне нужен сейчас этот, кто? Робин. Там Робин нужен. Вот как мне поменять персонажа? А идите в пень принести. Съебался. Отсюда можно долететь, кстати. Смотри, отсюда можно вот так вот прыгнуть и долететь, да. Ага. А это Робин опять нужен, да, ебанусь? Везде Робин нужен. Зачем он нужен? А там взорвать надо. Вот ё. Убили. Давай. Так, подойдет? Подойдет. А это что у нас собирается? Это лестница. Она сильна. Если знать, зачем собираем лестницу. Если знать, зачем вот это. А это зарядить надо током, наверное. Я не долетаю. Вот спасибо. А даже если зарядим током, что это даст? Ну, даже если заряжу током, что мне это даст? Оно не дает ничего? Прикол. А ты чё бьешься? Ах вы ж твари. Опять убили. Клоун один, кстати, стоит такой, ну, типа, ничего такого. Все окей. У, долезет. А, мы стрелять будем? А как стрелять? А как стрелять? Где? Как стрелять? Полицейский вертолет, как стрелять? А в лицо ему светить, что ли? Ля, прикол, реально в лицо светить. Я-то думаю, как стрелять, а он в лицо светить надо. Че, опять его собирать? Пошли соберем. Пацаны, пацаны, по-спокойному давайте. У меня тут задание, мне тут самолет опять построить надо, типа. Так что вы понимаете, да? А, это пушка какая? А, прожектор, прожектор строим, все, прожектор. И теперь надо будет зарядить его. Да, нет? Ох ты ж, вот эта турбина. Да хорош меня хреначить. Дайте я вас захреначу. А, деньги сейчас пропадут. Деньги! Зарядка, садимся, светим. Слепим. Куда ты отворачиваешься от меня? Хуяк снес. А теперь что? А, теперь Супермен должен вытянуть из него всю дурь. Да пацаны, не мешайте. Супергерой. Отпало. Got some of my strength back. Kryptonite. I'll slow them down, Batman. Типа, что-то с силами говорит Криптонит. Типа, вернулись его силы или что? А, и он украл Криптонит. This time, Lex, I'm going to pull Batman apart. Literally. Робин. Робин, помоги. Сейчас Бэтмена разберут на запчасти. Робин спасает! Откуда у тебя машина, Робин, слышишь? Ее же взорвали. О, мотоцикл, кстати, у него там на машине. О, мы сейчас убегать будем, наверное, да? А, мотоцикл для... Ага, понял. Понял, как это работает, понял. Ну что у нас тут? А, все хорошо.
Быстро проходим, быстро, очень-очень быстро проходим. За 15 минут, прикинь, дошли, прошли. Уровень целый. А всего, как я понял, 15 уровней, если всего 15 этих полосок. Остальное все это открытый мир. 23. 123 и 250. Это у нас половина только, да? Еще 2 куба и будет ровно половина. Кажется, у него что-то течет. У него что-то течет. А, это он криптонит теряет. 100%. Ой, чё ж так далеко вы меня все время откидываете? Капец. Зачем так далеко меня откидывать? Весь город показали мне. Не хочу я паркурить. А как ехать? Что не едет? А, все едет. Я хочу чисто сейчас по сюжетке пойти. Я не хочу ничего паркурить. Типа реально впадло. Лекс Лютер's presidential ambitions received a major setback. Лекс Лютер выступил за свои позиции президентом стать, но Бэтмен сорвал этот оппозиционный блок и что-то там с Суперменом сделал. Он спас, короче, почти спас, скоро спасет город. От гигантского робота, который имеет веселящий, дурманящий газ. Что будет дальше, смотрите наши новости, не переключайтесь. Хуяк. Они на выносливость хотят робота проверить, короче. Он сейчас весь криптонит по дороге потеряет и все, сдохнет. Ну, в плане батарейка у него сдохнет. Take a left up here. Okay. Так, стоп. Так, дальше. Погоди, я хоть это микрофон не вырубил? Ага. На всякий лучше проверить. Так, что у нас? Пожалуйста, спасибо, куда стрелять? А куда стрелять? Куда-то направо? Направо, вниз. Ага. Хорошо. Центр теперь. Ой, бля, завис. Ой, бля, завис. Не надо. Отвис, спасибо. Да, теперь центр, логично. А, фиг тебе. Вот можно было бы развернуть его ракету? Развернул. Бля, кого-то спас. Пока ехал, кого-то спас, прикинь. Так, готов. Типа все? Резко направо. Мяу. Сейчас лево. Мяу. О, это зоопарк, кстати. А что теперь стрелять-то? А куда теперь стрелять? Один из пяти. Из двух, блин. Я не все, короче, это. Стрелил, походу. Из двух. Не, это надо было перепроходить, где-то я что-то потерял. Вот опять пропустил две. А, сейчас попадет. Будет больно. Не попало. Раз мечтался. Вот опять, вот это вот надо было взорвать. А я сейчас стреляю чисто в центр. Ну, и центр ракеты. Вот опять бочку надо взорвать. Вот опять... Блин, ну тут все надо взрывать. Размечтался. Все, готов. Хорош, попытка. Что не так? Что случилось? Две из пяти. Я кучу уже пропустил просто. Это уже бессмысленно.
Чего 300, ну? А хотя мы по кругу, что ли, ездим? Погоди, если мы по кругу ездим, то это хорошо. Там по кругу ездим, так. Где, вот там, хорошо. Ну, для довольно. Давай-ка это, раз мы по кругу ездим, я буду сейчас отстреливать вот эти вот штуки. Не-не-не-не-не-не-не. Бля, бля, не надо. Так, хорошо. Ай, попало. Чё, Робина взорвало? Робина плохо взорвать. 5 из 10, 4 из 10. Да, мы по кругу ездим. По кругу ездим, по кругу ездим. Я тебе гарантирую, по кругу ездим. Просто лево-право, лево-право жму и все, и готово. Так, 6. Тут справа где-то. 7. Лево-право, лево-право жмем. Но тут не помню. Вот тут не помню, справа, слева. Я не помню, реально не помню. Право. 8, ой, попало. Не попал. Ой, сейчас взорвало. Так, 5. А, сейчас помру. А, все. Так, ну теперь одна слева, одна справа. Теперь только влево надо жать. Получается. Давай я чуть-чуть постреляю. Вряд ли я упущу момент. А, блин, заколебали. И теперь я влево чисто стреляю. Чисто влево стреляю. Левая ракета. Левая ракета, левая ракета. Где-то тут сейчас пропадет. Ну, появится, точнее. Вот тут. Нет еще? Бля, пропустил опять. Да что ж такое-то? Направо. Хорошо, справа сейчас будет. Вот. А что такое, бля? А он восстановился? А ты что восстанавливаешься? Офигел, что ли? Ты офигел, я тебя спрашиваю? У тебя там что-то вытекает постоянно, а ты восстанавливаешься. Где вообще запасы свои ресурсы берешь, бля? У тебя там что, вечный двигатель, что ли? Криптонит, это, по-твоему, вечный двигатель? Все, надоел. Стреляю влево. Еще рано. Ладно, еще рано. Вот теперь. Теперь влево. Блин, рано. Вот, попал. Еще справа, справа, справа теперь. Все, попал, теперь можно убивать. Не надо мне тут ракет. Супергерой, блин, я уже насобирал себе этого. На уровень, так тихо не попадешь. Хорошо, не попал. Потому что я его взорвал. О, Супермен нашли. А что он тут забыл? А, точно, он же пробил насквозь. Ля, прикольно. Well, Batman. Посмотри телевидение. О, как красиво! Это топливо, идиот! Или сигнал, или топливо. Лига справедливости, на помощь! Погоди, так я же бумеранга уже гасил. Разве нет? О, фонарь! Это киборг? Женщина... Супер-женщина, киборг, флэш. И еще кто-то. И кто-то еще был вроде бы. Я же говорю, быстро проходим вообще. Очень-очень быстро. Так, пожалуйста, побыстрее, можно отмотать. Так, это мы получили, это Crazy, это Wazy 4. 6. Все, уже больше половины.
также. Такими темпами мы еще один или два уровня пройдем, кстати. Но теперь мы будем за Лигу Справедливости играть, теперь, скорее всего, так как они... Либо будем ждать, пока они придут. Вейн Тауэр. Башня Вейна. Высотка Вейна. Оу! А что это такое? А ну. Я типа могу собрать криптонит, а нафиг он мне нужен? Погоди, а нафиг мне криптонит? Как? Кого взять? Вот, да, взял. Блин, непонятно. Зачем мне? Вот что оно прыгает? Его же собрать надо, нет разве? Без понятия. Ну ладно, поехали. Ого, подкинуло. Чё, красиво заехали, хотел сказать я. А нифига. Details are emerging of Lex Luthor's attempted election fraud with confirmation. Опять про Лекса говорят, про Джокера говорят, что оборона контролирует ситуацию ихнюю, полиция, Бэтмен, Готэм и тому подобное. Definitely the gas. Это что вообще такое? А, башня Вейна падает? Как Супермен, у тебя же криптонита нет, ты сейчас сам себя задавишь. О, старушка. Бэтмен спас старушку. О, Супермену помогает супер-женщина. Спасибо. Да, без проблем. Нет, ты в порядке. Ну, не то чтобы. Зеленый фонарь. Чё за гигантский робот, Уэйн? Гигантский робот, погнали! У меня есть план. Пошли. Воу-воу-воу-воу-воу. Мы чё, будем внутри здания теперь? Ничего не происходит. Ага, вот все. Можно за всех. Киборга есть лазерное зрение. Магнит. Киборга есть магнит и лазерное зрение. Это прикольно. Это мне заменит Робина, кстати. Если бы я мог бы хоть что-то сейчас делать, я мог бы. Мог бы. Вот, у него магнит есть, у него лазерное зрение есть. А у этого что есть? У зеленого фонаря что есть? Can fly. И что еще? И все? По fly и все? Не помогает? А, не помогает, ладно, пока не умеет. Значит, пока что не умеем это делать. Бывает. Заморозить тоже не можем, правильно? Правильно. Так, магнитом вытянуть. Сжечь. Получается, до зеленого фонаря нам еще не дошло просто. Ух ты ж, ё, сколько криптона. Зеленый фонарь собирает криптон. Как он собирает его? Ага, вот так он собирает. Рука какая-то, прикольно. Чё? Прикольно. Мост достал. Красавчик. Лайк оставил, да? Ха. Спасибо. А чё, ничего уже больше нельзя сделать с ним, окей. Пусти! Куда? Чё ты умер? А, вот где дорога начинается. Тьфу ты, блин.
Я слишком рано пошел. Проходим, проходим. Проходим, не стесняемся, проходим, не стесняемся. Так, пацан, ну давай, мужик, давай, съебайся там, пожалуйста, по Борикову. А, куда ты лезешь? Башня и так падает. Придурок. Киборг тоже суперсильный. Но зато он не умеет тушить. Так, где у нас там этот фонарь? Собирай. Что сейчас у нас будет, интересно? Какой-то молот. Хренак, хренак, хренак. И готово. И пошли. Зачем ты взял робота? Непонятно. Непоняточка, зачем он робота брал. О, это замораживающий. Стопудово. Ну да, конечно, как бы они еще залезли. Ну, по крайней мере, киборг почему-то летать не умеет, хотя он должен летать. А, ну, короче, даже если вот эти... Кстати, давай проверим. Да, киборг не умеет летать в этой вселенной. Ну, не страшно. Не страшно. Вот для этого у нас Робин и нужен, чтобы заморозить все, пропрыгать везде и залезть туда, куда не надо. На тебе. Пацаны, вы где? Поднимайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, поднимайтесь, вы где там? Так, нужен ты. О, Робин спрыгнул, он дебил. Давай! Не, Супермен все-таки сильнее будет, конечно. Но, блин, у каждого свои способности, это прикольно. Ой, расплавил, ой, красавчик. Так, бэтмашина. Айс, чего? Типа покататься? Типа покатаюсь, где дадут игрушку, да? Или деньги, или игрушку. Блин, прикольно. О, вот и дали, кстати. А где там мой айс? Айс замурзайс. Аж? Ага, вот сюда. И чё? А, кто-то что-то сломал, да? Вентилятор. Блин, они всё вообще пополомали. Как он вообще жив после такого падения? Непонятно. Не добежал. Что так не добежал, бывает. Да блин, дайте его уже ударить. Бесите. Где там робот? И робот and a киборг. Робот and a киборг. Блин, мне кажется, здесь что-то можно будет... Не? Ну, как бы притянуть. Не, не смущает, ничего. А, это за этого делается. Это за Бэтмена. Эти за Бэтмена. Вот так вот. Вот так. Блин, вот этот мастерит теперь за каждого, это жесть. Ну, типа, один переключился, второй переключился, третий переключился. Ай, вот, хорошо, этот полетел. Это спасибо. А что тут надо вообще? Ага, расплавить. Это что-то даст, да? Руку даст. Логично, логично. Для этого он и полетел. Паук? Что за паук? А он все разберет, весь завал, да? Ага. То есть они сами не могли все это разобрать. Интересно. А, там какой-то костюм дали для Бэтмена. Чё ж там за костюм такой интересный для Бэтмена? И где Флэш вообще? Почему я Флэша еще не видел? Побежали все. Ага, суперсильный. А зачем суперсильный? Типа, чтобы взорвать, да? То есть киборг не мог никак взорвать, ничем. У него там, блин, сверхтехнологическое оружие, которое ничего не взрывает. Летать ему не дает и взрывать ему ничего не дает, да? Логично вообще. Не тот. Вот этот. Вот так, вот так, вот так. Потихонечку, вообще помаленечку. Раз. Два. И поехали. Ага, полетели даже. Хорошо. Долетели. И что дальше? Робот выше не полезет? Я думаю, мы где-то на верхушке будем сразу. Ну, конечно, он выше полезет. А, так мы и так почти на верхушке. Чисто проверить. Проверил. Ага. Значит, электрический нам надо вот сюда.
Чего? Чего? А что тебе мешает-то? Вот, все. Вот так. Хорошо. Я сомневаюсь, что у Бэтмена были бы его костюмы прямо здесь. Вот. Как бы в башне его. И работают его люди. Я сомневаюсь. Я, кстати, потайну, что почему-то перестал находить. Типа мне вообще впадло сейчас их искать здесь. Здесь это нужна. Цветочница. Плющ. Плющ нужна. Да вылазь ты, собака. На тебе, херак и нет. Пацаны, проходите. Лига здесь справедливость. Проходите позад. Не тот. Вот этот. Оп, поехал. Первый. А, второй поедет. Пацаны, поехали. Ладно, этих надо побить. Ага. Все, можно идти дальше. Подушили, подушили. Туши давай. Кто сгоришь? Иди нахер. Вот так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. А, тут Супермен нужен. Фу, Супермен. А, Бэтмен. Бэтмен нужен. Супермена нахер. Бэтмен. Бэтмен главный. Бэтмен сильнее. У Бэтмена есть куча костюмов. У Супермена один. Который заменяет три костюма у Бэтмена, а у Бэтмена их там пять. То есть у Бэтмен сильнее, у Бэтмен круче. Бэтмен богаче. Бэтмен умнее. Так, кто здесь нужен? Тут нужен вот этот. Кстати, а чего он уязвим? А, ну да, он же просто человек, логично. Зеленый фонарь, просто человек, у которого есть фонарь. А чё? А чё помешало-то? Я собираю, бац, пропало. Все, полетели. А, это для этого, для винта. Чё, мы внутрь пойдем? Тихо. Типа так мы наверх попадем? Ля, прикол, реально наверх попали. И реально выбор не умеет летать. Это странно так очень. Что такое, завис? Да? Так, сохранение. Сохрани, пожалуйста. Сейв. Продолжим. Раз, воду заморозил. Наверное. Хотя что-то не видно этого. Ага, понял. Нужен киборг. Киборг, где киборг? Чё киборг, кстати? Он же металлический, настолько, что его удали не должны брать. О, спасибо. Это намного легче, это намного проще, чем бы я ломал все вручную. Я вообще бы не догадался вручную все ломать. А машина нужна для чего? Чтобы кинуть в него, да? Ну стопудово, чтобы он руки типа отпустил. Пошел нахер отсюда. Вот так вот правильно сделали, и все. И он ушел, обиделся. А мы спокойненько достаем костюм для Робина. Блин, почему все так согнуто? Ай-яй-яй, как неудобно. О, спасибо. Хренак и нету. А, бля, меня убили. Вы дадите мне спокойно... Я понял, не дадут. Мне спокойно как бы расплавить надо... пластинку. А, блин, Робин мешает. На приколе, что ли? Я только что Робин мешал. Жесть вообще. Теперь Бэтмен нужен? Кайф просто. Где мне Бэтмена достать? А, тю, вот он, электрический у меня же есть. Защита. Чтоб никто не стырил костюм у Робина. Пожалуйста, Робин, забирай. Будешь опять говно собирать этим. Хорошо, красиво. Сейчас воды вообще хватит на все.
Ой, бля, зачем ты эту жижу взял? Что это такое вообще? Да собирать его? Так, прыгаем. Хорошо. А, будешь брать? Нет? Я понял, тебя насрать. А, это надо киборга. Блин, чё я туплю? Я думал... Пожалуйста. Чё не нравится? Ага, все тянет. И это мостик. Допустим. Чё не нравится? Давай на мост, иди на мост. Да иди ты. Сюда иди. Сюда иди. Все, собрали? Не собрали. Нифига. Супергерой, все, собрали. Наконец. Взял, выкинул своих. Вот дурак. Так, где у нас тут поливайки? Блин, почему враги дохнут от воды? Такой напор воды? А где Бэтмен? Бэтмен вообще дурачок, да? Бэтмен отдал Вэйву. Потому что он остался там. Когда он нужен. Вот реально, смотри, здесь ИИ во втором Бэтмене куда хуже, чем в первом. В первом он хоть ходил за тобой постоянно. А во втором, вот когда он нужен, он где-то застрянет и все, и стоит и ждет, пока ты за него не переключишься. Так, у тебя X-Ray, да, или что тут надо? Кажется, не понял. Блин, не тряси, пожалуйста. У меня сейчас все затрясется у самого. Типа убить его надо. Давай убьем. Кстати, не показали имя его. Что очень даже странно. О! Хуяк! Хуяк! Что не нравится? А, понятно теперь. Где там этот зеленый? Где фонарь? Вот он фонарь. Блин, убили фонаря. Собирай! Или не надо собирать? Или надо пострелять еще? Допустим, постреляем, давай. Не знаю, куда я там стреляю, но я куда-то стреляю. Блин, верните мне фонаря. Где фонарь? Ладно, давай еще постреляем. Потому что оно мне еще не показывает, где что... Ага, так надо было вниз стрелять, все. Тю ты, блин. Где фонарь? Теперь можно строить. Вот теперь можно строить за фонаря. Кстати, меня пока не трогают. Ну, типа, они стреляют, пытаются, но не сильно получается. И чё? И как? Ага. Даже так. Тю, упал. Он сломался. Он с сотого этажа упал. Ну или какой там этаж был? Десант, блин. Вы в полете хотите что-то сделать, успеть? Понятное дело, что Робин боится. С сотого этажа прыгает вообще. Вы офигели. Ну да, зеленый фонарь спасет. Чекпоинт, падает. А что, можно стрелять еще? Блин, прикольно. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Вот это эпическое падение просто. Оно вообще показывает, нет, что мы там скоро приземлимся? Да, мы все ближе и ближе к земле. Мы по чуть-чуть, но приближаемся и к нему, и к земле. Так, Джокер, кстати. Здорово, Джокер. Давно не виделись. Так, а чё его нельзя сейчас... А как с ним теперь? Что такое? Как определить? Так, допустим. А чё ты меня ударил? А, надо, короче, их перебить, да, и он появится. Его можно будет тогда... Чё, к нему идти? Свободен. Ага. Так, ну я примерно понял, что надо делать. А, блин, опять падать? Офигели, что ли? Где фонарь? Фонарь, падай быстрее. Не, киборг, давай, киборг. Киборг быстрее падает. Киборг это, металлический. Я его потерял, неважно. Я Робина нашел. Я чуть не сдох, пока Робина нашел.
Тибор, блин. Тибор, давай это, падай быстрее. Не хочешь, как хочешь. А чё я умер? Вы чё, офигели? Хера ли я умер? Ну, типа, я почти прилетел, ну давай. Нет, смотри, высота опять осталась та же почему-то. Вот, вот эту вот касценку повторили они. Ну, не касценку даже, а игрушку. Вот это они повторили, потому что... Так, ты можешь полететь просто. Где там Джокер? Я понял. Надо сначала пацанов перебить. Так, куда теперь? Вот сюда. Чё ты? Нормально вообще, блин? А, то только теперь можно тебя ударить. Ну ладно. Ударил и чё. Киборг, смотри, я сейчас за него буду, так как он металлический. Он там несколько тонн должен весить. По идее, он должен сейчас падать быстрее всех. Но что-то я этого не вижу. Фонарь почему-то падает быстрее всех. Что за прикол? Вот, всё. Так, тихо, тихо. Зацепил. Блин, мы по-прежнему еще высоко. Не верю я там. Не верю я в это. Не может быть так высоко здесь. Вот я же говорю, мы это здание. Вот, вот это здание мы уже пролетаем третий раз. Где? Где робот? Я робота чуть не упустил. Прикинь. Прикинь момент, сейчас бы робота упустить еще. Так. Раз, два. Не вижу никого. Добре. Поднимитесь, пожалуйста, товарищи. Товарищи клоуны, поднимитесь, пожалуйста. И мимики тоже. Бля, убили. Готов. Сейчас стрелять ракетой будем. Где ты? Ага, вот стреляет. Я попал. Попал. Не попал. А где он? Ты должен ржать сейчас, нет? Спокойно, спокойно. Автонаводяшка. Хуяк нету. Че, упали наконец-то. Наконец-то мы упали. Камон, ребят, ко мне давайте. Те на платформу и улетаем. О, флеш пришел, наконец-то. Вернули здание, типа оно так и было. А флеш собирает его на по запчастям. Ну, в принципе, логично, он может. Ну все, друг, давай на этом закончим. Значит. Ссылка на флеш в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.